Всем привет! Сегодня у меня видео из дома. Хочу показать самоделку, которую я сделал. Предназначена она для эхолота практик. Чтобы было удобно передвигаться по льду от лунки к лунке. На днях был на рыбалке. Рыбалка получилась так себе. Сейчас я вставочку сделаю. Было немного поклевок. Клевали небольшие судачки. Ну, в общем, сейчас вы быстренько все посмотрите, а потом вернемся сюда, и я вам покажу непосредственно мой крепеж. Глубина здесь. Так, 10,6. Смотрим, он опускается, балансирчик. Вот тут уже видно, что какое-то, мне кажется, движение есть. Карандаш. Ну, обрыбился хоть. Такой маленький судачок, ребят, пускаю его. Давай зови кого-нибудь постарше, блин. Сошел, ребятки. И карандаш. Ну что ж, там на одном из кадров было видно, как он у меня крепится. Сейчас я поподробнее все это вам покажу. Вот мой эхолот Практик 6 Pro 2, которым я пользуюсь на рыбалке. Очень сильно мне помогает. И вот что я для него сделал. То есть вот такое крепление. В свое время я на Алиэкспрессе заказал вот такой чехол для смартфона. То есть это, так скажем, заниматься спортом, на руку вешается, вроде бы сюда ключики делаются, и он на липучке на руку фиксируется, чтобы удобно было заниматься спортом. То есть вот здесь специальные вырезы под наушники в ту или другую сторону. Но он у меня уже дома долго лежит, поэтому я решил его приспособить для эхолота. Конструкция очень проста. Я отрезал основную липучку и пришил удлинитель. Вот он, кончик, который был пришит изначально к самому креплению. То есть выглядел он вот так. Видите? То есть я его удлинил, чтобы на ногу помещался, да еще и в зимнем костюме. И пришил вот сюда липучку, чтобы все это хорошо крепилось. И размер его таков, что сюда, смотрите, без проблем помещается эхолот. Вот. Вот так вот он у меня находится. Потом я... Давайте я вам прямо сейчас пример покажу на ноге. Берем сам эхолот. Оборачиваем. Ну, тут, я думаю, технология уже понятна. И без этого. Так и фиксируется.
Все. Вот у нас будет на костюме вот в таком виде фиксироваться. То есть, если вы берете непосредственно саму часть, которая опускается в воду, вы ее опускаете, опустили. Если вам надо немножко укоротить шнур, то я делаю вот так. Вокруг этого прекрасно обороты делаете и нужную длину выставляете. То есть, в зависимости от толщины льда и от того, насколько вы хотите глубоко опустить эхолот. То есть, вот так вот аккуратно получается. Плюс, переходите вы на другую лунку, вот так вот наматываете его целиком. И вот сюда я специально резиночку сделал, закрепляете. Все, переходите на другую лунку, если это приличное расстояние. Конечно, если это буквально несколько метров пройти до другой лунки, то можно и без этой процедуры, быстренько его вытащил, перебежал, засунул и дальше рыбачишь. А так, если на дальняк там новую точку искать, хоп, все. Вот он у вас зафиксирован, и вы без проблем идете. То есть вот такой вот лайфхак небольшой для зимней рыбалки. Ну вот, собственно, и все, ребята. Вот такую я вам самоделку показал. Может быть, кому-то будет полезно. Пишите в комментариях, как вы крепите эхолот на зимней рыбалке. На этом все. Всем пока. Всем удачи.